Узнать, из чего же на самом деле сделана колбаса, купленная вами в магазине, можно будет с помощью небольшого прибора размером с обычную флешку. Правда, не раньше января 2015 года. Одна израильская компания разработала молекулярный сканер, который позволит мгновенно определять химический состав всего, что нас окружает. Будь то еда, вода, одежда, лекарства или даже воздух. Устройство весит всего 20 граммов, сканирует предметы с помощью смартфона и специальных программ. Разработчики говорят, что сканер сможет радикально изменить наше отношение с окружающим физическим миром, так же, как персональные компьютеры в свое время произвели переворот в мире информации. Уже сегодня собраны необходимые средства для производства чудо-гаджета. Добро среди нас, правда, порой мы его не замечаем. Очередным трендом в интернете стал ролик о хороших поступках обычных людей, набравший уже более 1,5 миллиона просмотров. Пожалуй, это видео, снятое на десятки видеорегистраторов, не требует комментариев. В преддверии Дня защиты детей медиаобзор посвящаем детям. Отправляемся в один из медиамаркетов города прямо сейчас. Справиться с айфоном или айпадом сегодня это под силу кажется любому детсадовцу. А вот умеют ли современные дети обращаться с любимой головоломкой советских мальчишек, вот таким металлическим конструктором? Сегодня у нас в гостях эксперт, который нам точно поможет в этом разобраться. Ярослав, привет! Здравствуйте! Ярик, мне сказали, что ты лучше всех в городе Краснодаре разбираешься в конструкторах, поэтому я хотела бы тебя попросить сегодня разобраться, хорошая эта штука или нет. Поможешь? Да, помогу. Конструктор, мне этот очень нравится, потому что он интересный. Я обычно смотрю на схему и я запоминаю, куда какая деталь ставится и... У меня картинка в голове представляется. Я собирал джип, но у меня не получалось, потому что он был слишком сложный. Я когда вырасту, я хочу собирать русские машины. Я даже придумал свою марку – «Молния». Сейчас. Ну что ж, 1,5 часа работы, немножко терпения, и наш экскаватор готов. Думаю, вашим детям такой конструктор очень понравится. На этом прощаюсь. Напоминаю, что все наши проекты вы можете пересмотреть на сайте tvkrasnodar.ru. Будьте в курсе событий, подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. До встречи!